может продолжить. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Бэтмена. Да ё-моё. Да подожди. Нет, ну-ка дай-ка супер оглушение сначала проведу. Блин, это же голова, точно, мне же его долго бить-то надо. Ни хрена. Твою мать. Мне тебя как-то выводить надо, да? Почему ты третий-то раз не бьешь? Так это должно было выглядеть. Stand your ground. Yeah. Run for your life. Okay. Опа! You cannot win. Yeah. Блин. So this is how the bat fight. Ладно, сложновато будет, конечно. Давайте, а куда деваться-то? Остановите Джокера. На мать его. Так вот. Господи, ни хрена мне вдарили. Уйти я не знаю. Что, я не успел?
так нельзя делать. Так. Подожди, вроде добивание же было. Или что за нахнаги? Так, это 2000 вольт, все будет кончено. Пошкварчим, Джим, как две котлетки. Появился пульс. А тебя убью, потом реанимирую и снова убью. Да. I'm not looking for peace. Так. My shock was to temporarily stop Bane's heart. Да, мать его. Так, минутку. Мать его. Соски в тиски. Так. Спасти Бэйна. Нахрена? Вот нахрена я его спасаю-то? Ну же он мне болит. Еще чего-то.
изуродовал себя вакцинацией. Что-то не то пошло, не в то горло или что, не то вет. Или так и должно быть. Нахер я сам себе геморрой тут добавил. Где он массу набрал? Так, победите Бэйна. Так. Минутку ждем. Я как понимаю, решающими ударами его надо хренакать. Он сейчас выдирает их все. На! Ага, хрен сам. Surrounded. No way you can get out. You better be damn sure about that.
На. Да охренеть. Мать его. Ой-ой-ой. Опа. Мать его. А, может, пятерку надо? Его как мне. Я так и понял, что он не поведется на это. Успел. Давай.
anybody seeing this? Так. На. Давай, бей. Из-за угла надо было. Я победил Бэйна. Мастер Брюс. Ни хрена он меня выбил. Как я мог победить Бэйна-то? Ну неплохо. Неплохо. Подвешивала. Хрен его потуже поднимешь-то. У него он в мышцах какие порталы установлены. Я должен его найти. Я найду Бэтмена. Ну-ну, удачи. Отупел. Да, спасибо, что помог с Бэйном. Надеюсь, с ним покончено навсегда. Давай, память ему необратимо повредил. Так. Открыта карта испытания. У меня там вообще что? Дополнительное улучшение. Так, невидимый хищник. Да нет. Вот он сказать. Так, до сессии. Но, да нет, не то мне надо. Пингвин. Защитник худший кошмар, блин, ни хрена. Не, куда? Сюда? Сюда, больше некуда. Будь здоров. Таких целей нет, да? А у тебя вроде в начале еще игры встречал. Ух ты, ни хрена себе. Ну, посмотрим. Давай, помоги отогнать их. Майк.
well. Ну ладно. Где Джокер? Он направился в часовню через эту дверь. Спасибо. Это как-то с ними мягненько. Ну, правильно, в неделю не подходил к компьютеру. Так. Подожди, если он ушел через эту дверь, да? Мне-то куда? Остановите Джокера. Ладно. Тут я уже все взял, да? Но у меня только одна дверь остается, вот эта. Джокер. Мышь, побери, какая ночь. Только закончил убивать, Бэтмен еще жив, Бэйн еще жив. Это не смешно. Столько злости, столько пара, все ради меня. И каков итог? Ни хрена, у меня удар. У тебя просто не доходит слишком толстый череп. Уже. That's why you do it, isn't it? You like the way it feels. It's what you need. Тебе нравится, тебе необходимо это чувство, конечно. Мать его. Давай же, детка, избивай меня, пока кулаки не устанут. Зачем мне это? Ты же знаешь, есть только один способ меня остановить. Это динозавр с кормлю пазу. Ты
Ни хрена, где там глюки-то? Любой из моих парней прибил бы его. Этот город заслуживает лучшего. Знаешь, моя дочь думает, ты герой. Но мне все-таки надо тебя арестовать. Гордон, прием. Вы где? Я в церкви. Джокер пойман. Сукин сын. Как вы его сделали? Мне помогли. Я продолжаю спрашивать себя, почему не арестовал его? И теперь я знаю, по правде говоря, и отпустил его из-за тебя. Потому что ты веришь в него. Я не знаю, меня поставили командовать участком, который кишит продажными копами, и мне даже нечем их заменить. По крайней мере, я так думал. Как вот у него одежда не порвалась, когда он весь раздулся. Сердце остановилось. Это забавно. Бэтс. Отлично. Будет еще забавнее. Но может быть я смогу дать им что-то, во что они верят? Так, я не понял, что игра пройдена? Основной сюжет-то пройден? Да, действительно, смотрите, основной сюжет я прошел. Ну что ж, на этом все. Блин, такой он маленький, да, конечно, закуточек. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Тут что-то открыта новая игра. Оставляйте комментарии. Оказывается, можно, да, пройти, только все надо делать вовремя. Жмите на кнопки вовремя, и нормально будет. Итак, получается, Бэйна мы гасим. Первый, так, где у меня платочек, вот он. Первый, получается, раз мы его можем из-за сетки ударить, второй раз мы из-под пола ударим, третий раз мы его в тумане ударяем, и четвертый раз мы его из-за угла. Ух ты! Figured you'd be by. Я так и думал, рано или поздно. Я не понял, это что, новое, что ли, какая-то? Или продолжение игры, ну просто как-то. А, ну все. Правда, я не знаю, как Энигму это уловить. Ну давайте попробуем. Я только попробую, потому что раз игра пройдена, смысл мне жопу рвать. Так. Чтобы так. Испытание. Найди и спаси невинного человека. Ну, давай вот сюда. А, я не могу.
Блин, тут укрепленный лук, это крюк-то уже. Бандиты радуются жизни. Так, где у нас получается? Что за глюк такой? Вы достигли штаб-квартиры Enigma. Вот тут я не знаю, правда, как оно должно действовать. Вроде у меня все есть. Оно за стеной. Ну-ка, давайте-ка. Quite the riddle. Now, don't get too comfortable. You see, I learned something else tonight. The nastiest, dirtiest little secret you can imagine. It puts the rest of my collection to shame. But I'm going to wait to release it, if only because it means I get to watch you squirm as you wonder what on earth it is. I'll be in touch soon. Looks like he's no longer an imminent threat. I can close this case, for now at least. Да как? Понятно. Ну нет, тем не менее, Энигму я не знаю как. Может, какой-то другой у него есть ход. Но тем не менее, основную линию сюжетную мы прошли. Энигму сказали нам не опасен. Поэтому даже не знаю, кого тут еще. Я уверен, что это, конечно, не все. Ну.
Есть как есть, потому что в других частях, в одной части мы его ловим, в другой мы просто слышим разговор. Будь здоров. Ой, спасибо. Да все уже. Даже не знаю, если здесь они сейчас ничего не дают, то... И ладно. Так, а что у нас с другой стороны? На всякий случай глянем. Ага, здесь мы были, вот здесь мы доставали, потому что. Ну ладно. Так и здесь мы были. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся уже только в следующем видео, даже уже в следующей игре. У меня там вроде Tomb Raider было запланировано. Пока!